купили. Круто. Да, как. Но если мы надеемся, если они сейчас туда, кто поехал на эту линейку. Ага. Надеюсь, что туда поехали. Попробуем выйти посмотреть. Что, наверное, как спуск идет, думаю. Да, спуск. Линейки. Давайте потихонечку назад. Сёгун V6. Машина, которую предоставили нам, чтобы добираться до участков. Полная жесть, просто вообще глухой лес. Туда спускаются, там самый жесткий участок этой дороги. Кенгурятник какой мощный. Шноркель. Так, сейчас назад. Выезжаем. Я что-то не подумал, что за нами целая делегация идет. Вот-вот они же вообще не пройдут. Вот они сейчас на своих тазиках будут тут крутиться. Вот там бы в замес попасть, вообще было здорово. Слушай, давай сейчас мы по асфальту поедем там на замес, попробуем, потихонечку поедем. Потому что слишком много народу за собой, мы не поместим их всех в машины. Да, точно! Ой, 20!
Потом мы не возьмем уже ее. Айда, тащи. Айда. Тащи, тащи, тащи его. Едем на другой участок. Вообще жесть, просто болото затягивает. Сейчас, думаю, ребята, без проблем вытянут друг друга. На следующий этап поедем. Все, забираем скоро. Подматывай! Ведёшку, ведёшку, ведёшку! 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 Ведёшку, ведёшку!
Друзья, вообще просто адский замес, как видите, вот это место. Почти, наверное, 30% участников сломались, починились тут же и вот сейчас друг друга вытаскивают. Сила в единстве. I'm gonna make the choice for you. Fuck off if you choose not to make it. Excuse my hatred, I try not to say this. Just leave it for now and then use it verbatim. Tribe mates tell me stay up. I extend the same love to the same ones. What a world man is filled with fake ones. Settled in lakefronts trying to shake up the whole scene. They lean on the things from the beams of the TV screens, latching on every single get rich scheme. That's not the dream and they're taking yours free. Hey Spike, why the fuck you gotta go there? We bump your music when we're drinking and we kick it. Friends and family, drinking liquor, good spirits. A lot of people I know don't wanna hear this. You're really asking for it, sonny.
I really don't wanna do it. You insist on doubting everything I say and challenging the movement. Then the troops are called in. I was going easy on them, now I'm all in. Think you're strong enough? Then take us all then. Put a mask over the Sultan. Somewhere dark we assault him. Kill the king, kill the prince, kill them all then. Open the doors to the children of the fallen. Так, друзья, после 3 часов внедорожных покатушек и съемки, конечно, это просто зрелище. Женя ничего не видел, Женя сидел в базовом лагере. Я, соответственно, выделили автомобиль Паджеро. Ездили мы по разным, что-то упало, ездили по разным точкам. В общем, действительно, этапы сложные, очень сложные порой вообще даже. Когда смотришь, в такой степени пугаешься, как же он там проедет. Они вот прям вот до суда практически, в некоторых местах вода. Они только на шноркеле вылезают оттуда. Конечно, лебедиться всем приходится. Первый момент. Выдрали дерево вместе с корнем. Оно упало. А там еще зрители. Как бы момент безопасности. Вот. Так в целом, конечно, экипажи роют. Взаимопомощь, взаимовыручка, понимание. Все друг другу помогают. Это самое главное единство, как я уже говорил. Очень понравилось. Обязательно. Вот скоро будет, кстати, оффроуд в Казани. Притом, знаешь, как в Казани это зимой проходит на отдельном участке. И знаешь как? Ночью. Представляешь себе? Ночью белый снег, и вот они все с парами там зарываются и выходят. Где твой вектор без бампера? Нам где мой вектор без бампера? Да, нужно на ней. Не, зараза, классная дачка, я тоже по ней скучаю иногда. Так вот. Здесь, знаете, самое главное зарыться максимально глубоко, и чтобы тебе помогли. Вот, а это получается у всех нас. Все зарываются. Мне действительно очень понравилось, обязательно еще раз сюда приедем на это мероприятие, это столько эмоций. Когда ты смотришь это на экране телевизора, на экране монитора, это одно, а когда ты действительно переживаешь эти эмоции с экипажами, как это все в процессе происходит, когда я вот 2 раза утонул от посуды, потом с сапогами вообще вот до суда у меня все было в воде, болото затягивает, это уже совершенно другие эмоции, совершенно другая ступень развития. Мне понравились внедорожники. Это даже круче, чем дрифт. Здесь нет никаких-то лимитов. Правила, конечно, определенные есть. Вот. Не так все строго. Дрифт — это как бы отдельная философия. А тут на природе это так классно вообще. Я даже не ожидал, что такая буря эмоций накроет и останутся воспоминания. Просто неизгладимое впечатление оставило мероприятие. Запомнилось, очень запомнилось. Сейчас мы... Время уже сколько, Женя? Так. А вот сейчас мы по хорошей дороге едем. Так, время 15:53 уже. 2 час. Надо сейчас в Менделеевск заехать перекусить, да? Вот. И возвращаемся домой. В общем, хочу я себе понял, какой автомобиль, Женя. Mitsubishi Pajero, на котором мы катались. 3-литровый на ручке. Я думал, в некоторых местах там он просто перевернется спокойненько. Вообще проходили все участки. Это бензин был 3 литра V6. Там 6G72, если я не ошибаюсь, двигатель. 180 лошадок. Были еще и дизель. Был дизель. Предпочтительный, конечно, бензин. За счет крутящего момента хорошо выходит. Все понравилось. Огромную благодарность выражаю Александру за то, что пригласил нас на это мероприятие. Действительно было классно, очень понравилось. Обязательно еще раз приедем.